la 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 la. Ох, Зина, хорошо так как. Да не Зина, я Елизавета. Отпусти. Ты можешь меня просто назвать Ваня? Ваня, отпусти меня, Христа ради. Зина, понимаешь? Я уже не могу. Зин, понимаешь, бутылочный долг, как говорится, видишь, долг чести. Пьем, пьем. Да я уже не могу. Что же не могу? Ваня. Что же не могу? Ля-ля-ля. Поцеловать? Да ну что вы? Я не понял. Да что? Ну что? Бутылочный долг был чист. Ну? Давай. Ну можешь. Я пойду. Ну куда же? Куда пойдешь? Куда же пойдешь? Я пошла. Ну я устал, отпустите меня. Отпустите меня в Гималайи. Я пошла? Куда пошла? А я? Нет, отпустите меня. Бутылочный долг. Да есть там. Чего вы? Ты чего? Поцеловать. Да ты чего? Ну. Хвали. Почему вы не взяли Деда Мороза со мной? А зачем нам дедушка? Ну как это бороться? Что, вдвоем плохо, что ли? А потом видишь, у меня же и бумага официальная есть. Смотри, кто здесь заказан? А? Снегурочка. Заказана Снегурочка. Чек о чем говорит? Что оплачен? Что все оплачен. А это значит, что мы с тобой что? Продолжаем. У нас с тобой впереди еще 4 дня. Николай Петрович, как я рад вас видеть, не на работе, не в театре. А вы тоже Деда Морозите? А ты откуда меня знаешь? Так мы же в одном театре с вами. Да ты что? Да. Я с Сисякин Петя играю в вашем спектакле. В каком? Снежная королева. Вы играете Лося, а я играю Снежинка номер 7. Я смотрю, фейс знакомый. Да. А ты что в этом районе, Сисякин? Так я, как и все, чего? Халтурю. Да ты что? Я режиссер разбил все на сектора весь район. Мне дал дом номер 97. Какой? 97. Ты, Сисякин, знаешь, что 97-й дом – это самый элитный дом? Я его 20 лет окучивал. Каждый год, понимаешь? С утра до ночи. О чем ты говоришь? Ты что, с ума что ли сошел? А где у тебя борода? Так бороды, видимо, народным раздали. Нам что осталось? Синяшки маленькие. На кого ты похож? На подснежник? Еще в элитный дом. Да мне каждая собака знает. Да тебе палкой оттуда попрут. Ты что, куда ты пришел? Николай Петрович, ну я же не виноват. Мне дали задание, а я должен в этот дом. Давай, чтоб тебя не видел, Сисякин. Ты что, родной? Ты хочешь в театре работать? Ну, конечно. Ну вот, родной, давай с области начинай. Николай Петрович, может, вы меня с собой возьмете? Ну куда я тебя возьму, сосед? Ну куда? Ну, Снегуром или Снежинкой. У меня ролей там много. Ветку я играл, потом кусочек льда. Пожалуйста, а? Слушай. Есть у меня одна идея. Да? 200 баксов ходит. Николай Петрович, да я за такие деньги вам в театр каждый день под фильм буду носить. А 500? А 500? Я не знаю даже, что сделать. Ну а так стойкий? Так стойкий? А нервы? Да за такие бабки нервы, как струны. Точно? Короче говоря, в 64-й так живет один банкир. Так. И у него 7 ротвейлеров. Очень он любит, когда ротвейлеры треплют Деда Мороза. Николай Петрович!